Сашка, ну рыженькая, она с веснушками. Ну вот что дала. Ну я не знаю, что ей ответить. Прям проблема. Очередная ерунда? Сам-то решить не можешь? Вот проблема. Котлеты из-за тебя подгорели. Иди вон у отца спроси. Пап, ну вот это. Ну помнишь, Машка? Ну рыженькая. Ты еще с ее папой работал. Ты что, с девчонкой не можешь поговорить? Боишься, что ли? Слабак. Воспитали. Больше никому ничего не скажу. Ты чё? Если я позвоню на детский телефон доверия, я слабаком чё ли буду? Как раз наоборот. Чтобы обратиться к ранее незнакомым людям и поделиться с ними своими проблемами, нужна определенная смелость и сила характера. Потому что просить помощи могут только сильные люди. Знайте, поделиться своими переживаниями значит сделать первый, очень важный шаг к решению возникшей проблемы. Когда вы звоните на детский телефон доверия, вы уже берете проблему в свои руки. А это значит, что вместе с квалифицированными психологами телефона доверия вы обязательно найдете ее решение. Детский телефон доверия 8 800 2122.